Я тебе покажу, как по улицам без регистрации ходить. Ишь, нелегал. Начальник, никого я не легал. Я плитку клал. Вот сейчас мы будем тебя оформлять. Как там тебя зовут? Уф, имя что ли? Давай, говори. Шабдрахман, Хасан, Анвар, Ибн Санджар, Ибн Сарвар, Лютфулла, Нагматулла, Хайрулла, Зарин, Заман, Шашлик, Лагман, Манты, Луликабаб, Заде. Чё ли пишешь? А ну повтори, что сказал. Чё ли пишешь, говорю? Нет, нет, вот то, что у тебя длинное такое до этого было. Имя, что ли? Давай. Конечно, повторю. Шабдрахман, Хасан, Анвар, Ибн Сарвар, Ибн Санджар, Нигматулла, Лютфулла, Хайрулла, Зарин, Заман, Шашлик, Лагман, Манты, Луликабабзаде. Фамилию сказать? У меня еще отчество есть. А ну прекрати здесь меня, дурака, валять. Начальник, зачем меня, тебя, дурака, валять? Мне надо плитку класть. Понаехали тут, понимаешь ли. Уже нам, коренным москвичам, здесь житья от вас нет. А наша столица, между прочим, не резиновая. Понял? Ваша столица, да? Наша столица. У меня мама здесь квартиру купила. На улице что-то руставели. Вот сейчас ремонт делает. А ну давай, говори, как там тебя зовут, только такой укороченный вариант, ладно? Ладно, начальник, зови меня Александр. Вот это другое дело, а то... Лагман, люля, кебаб, заде. Как фамилия? Македонский. Знакомая фамилия. Тебя уже брали? Дважды брали. Так и запишем. Рецидивист Македонский. Ходят тут, понимаешь ли, без регистрации. Начальник, у меня регистрация есть. В городе Архангельске. А где документ?